За 20 лет фестиваль «За веру, за отчизну, за любовь» стал праздником вокального, музыкального и хореографического искусства. Выступления военнослужащих кого-то трогают за душу, кого-то призывают к долгу и чести. Для самих же участников, духовых оркестров и сольных исполнителей, этот конкурс стал трамплином для творческого развития. В 1998 году фестиваль, проведенный по инициативе администрации Хостинского района, в большей степени был посвящен афганской теме. Участников было чуть больше 100. Но и тогда среди гостей были именитые коллективы. Такие, как «Голубые береты», «Каскад», «Синева». Сегодня же участников более 500 из 25 субъектов страны. Это представители пограничной службы, ФСБ, МЧС, Федеральной службы исполнения наказаний. Впервые свое творчество продемонстрируют и росгвардейцы. А вот солисты ансамбля имени Александрова, последняя гастроль которого оборвалась над Черным морем, в этом году на сочинскую сцену не выйдут. Погибшим коллегам участники посвятят один из дней фестиваля. Что же касается города Сочи, то здесь, отмечают члены жюри, все произведения звучат особенно. Чаще всего, когда приезжаешь сюда и чувствуешь вот эту атмосферу, всегда мы задаемся вопросом, почему атмосфера именно здесь такая. Вероятнее всего, все-таки здесь совершенно другой край. Тут край песенный, край морской, край, где хочется, не знаю, вдохнуть полной грудью. Вероятнее всего, здесь вот это восприятие того, о чем люди поют и что они хотят донести до зрителя и до жюри, вероятнее всего, какое-то особенное. У нас три почетных гражданина города Сочи, хормейстеры. В прошлом году мы провели всемирные хоровые игры, и многие из участников были свидетелями этого грандиозного праздника. А в наши дни в крае создается детский сводный хор. То есть традиций песенных у нас много, и мы этим дорожим, и мы гордимся тем, что мы сегодня с вами поем и говорим о той великой миссии, который выполняет наша культура. Фестиваль «За веру, за отчизну, за любовь» пройдет на площади Южного Мола и на сцене Зимнего театра. Также будут задействованы воинские части и здравницы курорта. Гала-концерт и церемония награждения лауреатов и дипломантов фестиваля-конкурса состоится 16 апреля.